каждого из нас есть интересная история из жизни, но не каждый готов рассказать ее людям. Сегодня своим откровением поделится человек, которому однажды я очень сильно помог. Его зовут Олег Крайнов, и это тот самый парень, который работал в доставке Delivery Club. Меня зовут Александр Жучкин. Если вы можете поддержать меня, то обязательно поставьте лайк. Приятного просмотра. Всем привет! Меня зовут Олег, мне 37 лет, и 30 из них я играю в компьютерные игры. Началось все с той самой игры «Ну погоди», там, где волкам надо ловить яйца в корзину. Ходила легенда, что если наберешь 1000 очков, то появится мультик. Я, как сумасшедший, старался набрать 1000 очков. Я, конечно, набрал, и мультика не было. Вот это разочарование. Следом шли Змейка, Тамагочи, Тетрисы. Я везде набирал уже очки, не веря во всякие мультики, что они будут. Мне просто нравился сам процесс. Помню, в 1991 году мы с семьей поехали в Крым отдыхать. Отец мне тогда дал такой вот мешок 15-копеечных монет, чтобы я развлекался на полную катушку, чтобы покупал газировку в автоматах, чтобы катался на трамваях и также мог зайти в игральный автомат и спустить все деньги. Собственно, я так и сделал. И когда все деньги закончились, я просто устроил фирменную истерику прямо в зале игровых автоматов, что меня мама не могла оттуда вытащить. Там, помню, даже мужики какие-то подсуетились, сказали, что с этим мальчиком не так. Помню, на первый раз в своей работе мне нужно было оплатить квитанции. У меня была определенная сумма. Но я увидел объявление в газете, где чувак продавал Sony PlayStation. Я тогда подумал: если я потрачу эти деньги, то я смогу играть в Sony PlayStation. И думаю, ну, меня же не посадят за это. И купил в итоге Sony PlayStation, играл в нее. Ну, квитанцию я, конечно, оплатил с первой своей зарплаты. Дальше пошла эпоха телевизионных приставок: Dendy, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Sega Saturn, PlayStation и прочее. Увлекательные игры, мы тогда еще говорили. Да здесь графика прям как в фильмах. Ну, конечно, это по сравнению с тем самым волком, который ловит яйца на монохромном экране. Не буду утверждать о том, что виртуальная реальность — это однозначно плохо. Ведь кто-то прикалывается по синьке, кто-то вгоняет себе наркоту прямо в вену. А я же считал, что мне интересно просто по кайфу проходить истории интересные, грабить банки, гоняться на классных тачках, быть покорителем вселенной, спасителем, просто героем. Я не вижу в этом ничего плохого. Кто-то, допустим, отдыхает на курортах, а мне было интересно просто закупиться едой, засесть за монитором, за компьютером и просто играть, там, уничтожать нацистов в какой-то параллельной вселенной, параллельной истории, или искать клады древних цивилизаций. На самом деле мой мозг получал больше удовольствия, чем если бы я поехал куда-нибудь в Европу и ходил там по этим пыльным старым городам. Ну, я просто не понимал, в чем прикол-то. В виртуальной реальности гораздо интереснее, все понятно. Тем более я могу нажимать на кнопки и просто всех нагибать. Когда твоя семейная жизнь превращается просто в трясину, дом, работа, семья, ну и потом опять то же самое, просто какой-то день сурка. И, естественно, тебе хочется вырваться на какой-то простор,
даже с помощью игрового аватара уйти в виртуальную реальность и там жить в свое удовольствие. Но это, конечно, виртуальная реальность, она мешает семейной жизни, а семейная жизнь мешает виртуальной реальности. И иногда приходится что-то выбрать одно. И я сделал как-то свой выбор, что мне было интереснее виртуальной реальности. Там я все понимал, там все было мне по силам. Скорее всего, я, конечно, сделал какой-то не тот выбор, но я ни о чем не жалею, на самом деле. Я провел свои лучшие годы, нажимая на кнопки. Помню, я играл в GTA 5 онлайн с друзьями. У нас была просто огромная банда чуваков, которым вообще было, наверное, наплевать вообще на свою жизнь реальную. Мы затаривались энергетиками, ели какой-то фастфуд на скорую руку, спали по часу, по два в день и просто играли. Мне также было начихать на свою работу, и будь она как будет, а главное нам ограбить банк, сделать какое-то дельце, погонять на тачках. В одной игре «Хроники Хаоса» я даже был магистром гильдии, то есть самым главным чуваком, который руководил битвами, составлял команды. Жесть какая задротская игра, я просто сейчас только понимаю, каким же я был дурачком. Я работал на основной работе, чтобы заработать деньги реальные, чтобы их потратить в игру. И еще заходил в эту игру как на работу, потому что там нужно было заходить по расписанию в определенный промежуток времени, плюс еще составлять таблицы, посмотреть, какая у нас будет команда. И это было очень много времени потрачено, и плюс еще реальные деньги я туда спускал. Вы, наверное, слышали про людей, которые играют в режиме нон-стоп, и у них отказывает сердце. Собственно, на этом же уровне я был. Я взял кредит в банке и думал, что сегодня я поиграю, а завтра я займусь делом и использую эти деньги. Но я эти деньги использовал для того, чтобы покупать еду, чтобы играть. И получилась у меня такая игровая зависимость плюс финансовая зависимость. Когда мне стали звонить по поводу задолженности, я уже понял, что реальная игра намного опаснее, что я не Джеки Чан, который сможет разобраться в легкую с коллекторами в реальной жизни. Поэтому я понял, что нужно идти на какую-то работу, зарабатывать деньги, отдавать кредит, иначе у меня будет все потрачено. Помню, как-то в магазине проходила акция, покупаешь на 5000, получаешь скидку в 500 рублей. Я тогда подумал, что надо опять затариться продуктами, чтобы потом опять сидеть и играть. И набрал много еды в пакеты и в рюкзак. Когда вышел из магазина, у меня просто затуманился рассудок, в глазах потемнело, сердце бешено заколотилось. Я думал, что все, я сейчас помру, наверное, прямо здесь. Мужчина еще какой-то подошел, сказал вам помочь. А я реально чувствовал себя просто слабаком каким-то. У меня не было сил. И я подумал, что все, либо я дальше продолжаю играть до посинения в режиме нон-стоп, либо ограничиваю себя и начинаю больше жить реальной жизнью. Собственно, учитывая свой опыт того, что я умею прокачивать персонажей в виртуальном мире, я решил, что нужно заняться собой и прокачивать себя. Начал с того, что купил велосипед, чтобы укрепить ноги, и начал ездить. А с непривычки натер себе задницу, конечно, но пошел, купил свечи и отхилился.
собственно, так и живу, используя игровые термины в реальной жизни. Недавно решил вести свой блог, пожить реальной жизнью. Мы собрались с друзьями, набрали острых перцев, стали их есть. И вот тогда я подумал, что вкус реальности, вкус жизни, он намного лучше. И, пожалуй, я останусь в реальности. Друзья, реальная жизнь и виртуальная жизнь – это разные вещи. И на самом деле в реальной жизни намного сложнее. Здесь нет сейвов, и здесь есть реальная опасность. Но в то же время здесь много больше удовольствия, которое можно испытать, почувствовать вкус жизни, который ты не испытаешь, сидя за монитором, нажимая на клавиши. Поэтому, друзья, наслаждайтесь каждым моментом. И не будьте такими дурачками, каким я был. Только что вы посмотрели новую серию проекта «Откровения», и если вы компьютерный задрот, то фу быть таким. Сворачивайте свою игру, а лучше ее удаляйте, и тратьте время на родных или близких. Меня зовут Александр Жучкин, обязательно подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Если у вас есть интересная история, и вы хотите поделиться этой историей с людьми, обязательно присылайте мне ее либо в ВК, либо в Инстаграм, у меня везде открытая личка. С вами был Александр Жучкин. До новых встреч, друзья! До завтра. Пока.